Вот машина пришла до этого пора 2005 года. Ощущение впечатляющее, потому что мы... Я думал то, что привезут машину за 2 месяца, за 3 месяца, а привезли, то есть за месяц, за кратчайшие сроки, и то есть машина в хорошем состоянии, то есть в идеале. Вот дилер находится в Огайо, там зима такая приличная, да, холодный штат. По состоянию машины видно ли, что это ржавая, там туда-сюда? Где? Машина подготовлена, да? Да, в хорошем состоянии. Под капотом двигатель. Под капотом все хорошо, все работает. В дальнейшем мы с вами будем только сотрудничать. Будем брать у вас машину. Спасибо большое.